Несмотря на то, что 12-я Брестская школа уклон имеет эстетический и театральный, педагоги именно этого учреждения образования взрастили спортивную гордость страны олимпийского чемпиона Сергея Мартынова. Наверняка не последнюю роль в деле физического воспитания каждого нового школьного поколения играет традиция проведения спортивного осеннего праздника. У нас ежегодно проходят такие акции, обычно всегда в конце сентября. Мы всей школой выходим в район КСМ, проводим турслет. Ну, а в этом году решили провести на территории школы такой праздник с приглашением гостей. В списках участников и те, кто в этом году впервые переступил порог школы, и те, для кого текущий учебный год выпускной. Безусловно, для каждой возрастной группы приготовлены отдельные маршруты соревнований, однако показать все, на что способны, придется и самым юным обитателям школы и старожилам. И те, и другие, образно говоря, к бою готовы. Все нравится, бегать, все, за школу играть, все нравится. Поражение – это тоже часть победы, поэтому лучше все-таки прийти, поучаствовать, постараться как-то защитить свою часть класса. Но если не получилось, нельзя в этом расстраиваться. В следующий раз будет другая победа. История спортивного праздника в стенах 12-й школы насчитывает уже не один десяток лет. Традиционные сентябрьские соревнования всегда предваряют показательные выступления юных спортсменов. А организаторы, стараясь разнообразить программу и сделать ее не только яркой, но и поучительной, приглашают гостей из различных структур и ведомств. В этот раз школьники с интересом наблюдали за работой кинологов, которые вместе со своими питомцами без труда находили спрятанные в дорожных сумках и автомобильных аптечках психотропные и наркотические вещества.